Левая, передача в штрафную. И удар по воротам Максименко. Еще один удар. 1-2. Очень неправы в этой ситуации опорные полузащитники. Когда эта атака развивалась, у Туна не успели ни Гулиев, ни Зоблин. И, по сути, перед игроками атаки оказались одни защитники. Во всяком случае, вошел таким образом в зону Тун. Ну а дальше уже удар. Тоже недоработанный опорник. И вот смотрим, как это было. Вроде бы уже расставились. Айртон отпасовал, стоит, смотрит один из спартаковских футболистов. Один удар, Максименко справляется, и удар номер два. Удар Штильхарта был очень сложным и коварным. Да, Максименко его отразил, и дальше должны были ему помочь, наверное.